Итак, всем привет, с вами я, Конрущий один, сегодня в гостях Барт 89, поприветствуйся. Йоу, привет! Сегодня, друзья, мы вместе с Бартом 89 будем вести новости Якумовска, хотя он будет редко встречаться, наверное. Итак, сегодняшняя новость о том, что мы, то что я вместе с Бартом анонсируем новый торговый центр, будет на улице Фровы. Он будет состоять из трех секторов, то есть Ашан, Икеа и дополнительный сектор, там, где еще будет Макдональдс и магазины одежды. Спорт, короче говоря. Да. Ну и второе, вторая новость, потому что появился новый корпус для телецентра Яконского ОРТПЦ. И мы вместе с Бартом будем ее показывать. Но, к сожалению, она не до конца обустроена, но мы покажем, что сделано. Похоже, что Барт отключил микрофон. Я не отключил. А, окей, тогда. Вот. Новый корпус телецентра находится на улице Кумаритова. Че? Воеводина, не Воеводина. Ладно. Ну и на Воеводина там второй корпус, а первый корпус будет находиться на улице Кумаритова. Рядом с телебашней. Да, такая путаница произошла. В общем, проходим сюда, тут написано... Чё? Ладно. В общем, написано Яконский телерадиовещательный центр, первый корпус. Что ж, давайте пройдемся в коридор. Тут у нас коридор, то туда перейдут директор Яконского ТПЦ, директор ГТРК Яконск, Яконского филиала БТРС, ЕУИК Якумовск. Перейдет также компьютерный зал, комната заседания, ну а еще появится архив. Кстати, на первом этаже еще раз я разместил банкоматы, то есть нового типа. То есть внизу рамка с изумрудом, а наверху картина, ну типа дисплей. Потому что не знаю, как вам подходит, но мне очень понравился такой вариант. Барт, ты чё там стоишь? Давай, проходи, я тебя не держу там. Или у тебя чё, микрофон приглушен? Так, извините. Блин. Извините. Не так. Во. А, точно, вон микрофон приглушил. Окей. Допустит, в общем. Также я разместил вот такие вот кулеры с водой. Вот такие вот. Дальше тут у нас автомат с газировкой и тоже и снова автомат с водой. Вот такой вот. Так, второй этаж, но на втором этаже пустота какая-то. Пустота, к сожалению. Ну вот на третьем этаже. Ой, кто-то дырку прорубил там. Давайте починим. К счастью, дырки на потолке нету. Так, тут у нас студия. Такая нового типа студия. У нас такая вот. Здесь обновлена версия 2.0, можно сказать. Тут у нас сюда ведущий садится и еще рассказывает о событиях в Яконске. Вот такая вот. А, да, забыл. Сзади ведущего находится хромакей. Ну, или зеленый фон, как сказать. Ведущий садится и его снимает телекамера. Немного наклонить. Вот так. Есть дополнительная камера вот здесь вот. До всего установлено 3 камеры. А на столе находится ноутбук. Так, ну а сзади студии у нас находится как бы аппаратная, то есть прослеживается, как ведется обстановка, то есть правильно ли ведутся новости. Вот. Есть и другой это кабинет, но это уже программирование, ну или оформление канала, то есть там сидят, оформляют заставки, анонсы, все такое. Но это как по типу ОРТ-дизайн, ну или даже НТВ-дизайн.
Да, фиг знает. Вот, друзья, вот такой вот получился мини-выпуск. Извиняюсь, что так будет. Извиняюсь, что не было свежих обновлений, к сожалению, но... Ну, а с вами были Якурочки 1 и Барт 89. К сожалению, он отключил микрофон. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Да, всем пока, короче.